В этом году игра проводится в 6-й раз, и это, как говорят организаторы, только начало. В Ульяновске дан старт проекту «Кузница патриотов» или военно-патриотической игре «Победа», в которой участвуют учащиеся средне-специальных учебных заведений и школьники из кадетских классов. Церемония открытия прошла в стенах Ульяновского профессионального педагогического колледжа. Напутствовали участников представители регионального министерства образования, патриотических и молодежных организаций. У нас традиционно, если военно-патриотически, это, конечно, огневая подготовка, это сборка-разборка автомата, но на этом не кладно. Они просто бьют рекорды свои. У нас рекорд по прошлому году был действительно универсальный. Это ребята за 16,8 разобрали, собрали. Это когда армейский 35. Это очень здорово. Девочки за 22. После церемонии открытия ребят ждали самые простые для тех, кто имеет хотя бы начальную спортивную подготовку, испытания. Девушки отжимались, молодые люди подтягивались. Результаты шли в зачет, как в личный, так и в командный. Всего же участников ждали более 20 испытаний. Некоторые из них можно было пройти в ознакомительном режиме без учета времени. Я уже участвую третий год. Игра очень интересная. Интересные занятия. Мне больше всего понравилось, когда бегаешь с противогазом. Это полоса препятствий. Также очень тяжело, тут нет, все легко. Главное готовиться и просто удача тоже играет большую роль. Испытания завершатся к декабрю. В это же время подведут и итоги военно-патриотической игры. При этом победителей и призеров может ждать сюрприз. Организаторы обещают для ребят поездку в Москву.